видите баннер, да? Так вот, нахожусь я в Красносельском районе города Санкт-Петербурга, да? Когда я был на отчете глав администрации там, муниципального образования Снова Поляна, там был задан вопрос. Чего как там, да? И среди прочего был такой ответ, что на район не хватает 44 детских садика и 23 школы. Так вот, как вам такой дефицит и такая реклама? Ну и помните, скоро выборы осенью, 8 сентября будут. И в наших силах что-то начать менять. Ну или сидите, ждите и нойте дальше. И хвалите там свою великость. Всего хорошего.